Новости. В студии с новостями Юлия Окунева. Здравствуйте. Глава карельской столицы Ирина Мирошник в преддверии Дня Победы лично проверила, как город готовится к торжествам. Особое внимание было уделено маршруту, по которому в День Победы пройдут участники акции «Бессмертный полк». Мэр поручила заделать ямы в асфальте. Их устранят в ближайшее время. А полярники проведут шествие бессмертного полка в Антарктиде. Шествие станет первым в истории шестого континента. Оно пройдет на станции Новолазаревская, 63-й российской антарктической экспедиции. В шествии примут участие 32 человека и ожидается, что полярники устроят праздничный обед, а вечером смогут полюбоваться салютом. Карелия Автотранс сообщает об изменениях с сегодняшнего дня на всех рейсах маршрута номер 110 Петрозаводск-Шапшезеро через Машезеро. Заезд в деревню Машезеро осуществляется как в прямом, так и в обратном направлениях. Тем временем канадские и израильские ученые заявили, что улыбающиеся люди на фотографиях выглядят старше тех, кто запечатлен с серьезным выражением лица. Они оценили возраст людей с улыбкой на фото в среднем на год больше. По мнению специалистов, у улыбающихся людей вокруг глаз образовываются морщинки, которые визуально старят их. Улыбайтесь чаще. Эти и другие новости читайте на сайте ПТЗ «Говорит». А в студии была Юлия Окунева. Услышимся в 19.00. Спонсор выпуска. Компания «Адуавто». От легковушки до КамАЗа. Наш техосмотр проходят все. Нам на длину колесной базы начхать во всей ее красе. Мы не хотим экспериментов. Мы дело делаем с умом. Мы прям напротив «Шкода-центра». Прям на проспекте. На Лесном. 28 54 80. Техосмотр на Лесном.